Всем привет! Сегодня такой бенто на годовщину. Не успеваю снимать что-то большое, глобальное. Уже переделывала надпись, потому что у меня не получилось по центру сначала уместить дату. Между сердечками будет черный контур. Вообще все, как я люблю. Белый торт, черная надпись, красные сердечки. Классика. Для сердечек делаю подложку из крема всегда, потому что красный у меня очень вибрирует. Сначала, наверное, обведу цифры. Так мило, когда мужчина заказывает такие подарочки на годовщину. У меня тут покупали видеоуроки по надписям. И потом такой вопрос задали. Я, если честно, не очень поняла. Отрезать мешочек с белым кремом и с черным кремом. Нужно ли одинаковые делать отверстия? Ну, наверное, очень логично, что нужно максимально одинаковые отверстия делать. У меня, в принципе, все мешки я отрезаю примерно одинаково. Ну, то есть, если даже подложка там не из белого крема, например, а из какого-то другого. Так, и сейчас надо сделать такой контур между сердечками. Здесь подложку не буду делать из белого крема, просто потому что не хочу. Ну, в общем, и так далее.